Итак, привет владельцам триммеров Bosch. Сейчас я расскажу, как решить главную боль, главную нашу боль. Это родные лески. Родные лески идут с гильзами, стоят каждая в пересчете 100 рублей за штуку, если судить по ценам Леруа. Леска хорошая, злая, хватает надолго, но тем не менее это расходник и это слишком дорого. Значит, заморачиваться с гильзами не стоит, это стоит и денег, и времени, и сил, смысла в этом нет. Вот все решение проблемы. Покупается леска 3-миллиметровая, квадратная, стоимостью 15 рублей за метр. Наматывается сюда сантиметров 10 изоленты на середину, так можно по оригиналу померить место, где наматывать. Но тут можно и на глаз, ничего страшного. У меня изолента чуть шире, чем гильза, но ничего страшного, я посадил, и нормально. Лучше, конечно, использовать ширину такую же, нужно просто изоленту подобрать. В итоге получается вот так. Здесь вот так сидит леска, там вот изолента. Вот именно этим куском я уже скосил площадь примерно 10 на 10 метров. Одна сотка вроде получается, да? Вот что произошло с леской, она немножко уставшая, здесь видно след от упора пластикового, здесь тоже сбрило углы, но леска сидит, никуда не девается, никуда не выпадает, леска так же хороша, вот эта леска так же хороша, как и родная, может быть хватит ее чуть поменьше, чем родной, но тем не менее по тому, как она срезает даже в запущенных случаях, ничем не уступает. По стоимости получается 6 рублей за штуку. То есть из 2 метров можно сделать 5 этих кусков по 40 сантиметров, там, ну, чуть меньше, там, 36 или 38, но не суть. Леску можно использовать и даже побольше. То есть если найдете там 4 мм, будет еще лучше, меньше изоленты наматывать надо. И все, собственно, вот и все решение проблемы. Не нужно покупать оригинал, можно так косить. Ставить такие катушки, хорошие даже, я бы не стал, она очень тяжелая, шире, когда я ее поставил, биение началось, то есть она, видимо, плохо отцентрована, ну и с маленькой лучше, чем меньше биения, тем лучше. Поэтому не стоит заморачиваться, вот таких можно наделать за час, там, штук 50, поэтому один раз купил, сделал и меняете, сколько вам нужно. На этом все.